Обормот. Антрикот. Антресоль. Аперкот. Обормот. А как ты можешь одновременно подключиться и к этому, и к интернету? На YouTube пошло, да. Там либо, по-моему, в отпале, либо этот. Рыжот. А, вот. Все видео надо нажать. А, вы тоже всем смотрите, да? Да. Вау, я себя вижу. Нет, я людей не вижу, я там. Так, я попробую. Так, вопрос. Сейчас поделиться. Да. А что если поговорить? Раз, раз. Всем привет. А нас кто-нибудь слышит? Да. Ура! А кроме первого этажа кто-то нас слышит? Второй этаж слышит? Там слышно? Вот только сейчас зашло. Отлично. Новый год, все посерьезно. Я сейчас, да. Так, а ВКонтакте я не вижу трансляции. Рекламные эти моменты. А, можно что-то прорекламировать? Да. Передать привет маме. Мама! Если нас кто-то видит, у нас тут мы настраиваемся, пытаемся запуститься на ВК. Но мы сегодня поиграем. Работаешь так, наверное.
Вау! Может, ну и в этот контакт, а? Там можно сердечки слать, очень красиво. Сердечки слать? Да. Ну, в Инстаграме тоже можно было. Этих трансляций спасибо, будет продолжаться, и мы будем периодически это делать. И в следующий раз будет и в ВК, и в Ютубе. А сегодня, похоже, только на Ютубе. Но если вы нас слышите, значит, вы уже там. Это хорошо. Мы группа Киви Ниеми. Киви с карельского камень, Ниеми мыс. Ниеми. Кивиниями, соответственно, каменный мыс. Да. Мы играем музыку на столпах русского фольклора. У нас тут есть маленький зрительный зал и большой зрительный зал онлайн. Когда все соберутся, когда прогремит 5 хлопков зрителей. По одному от каждого. Да, просто. Это аплодисменты? Ваши свечки. Пожар опасно, запрещено на концертах. Это песня про гусли. Это песня. Текст этой песни я собирала на севере, записала у бабушек в Архангельской области. Да и мелодию тоже. Ну, естественно, мы все так переделали на свой лад. Кивиниемский. Ну, на самом деле мы как бы репетируем. Просто раскрываем коробочку и показываем всем, как это бывает. Пандоры. Пандоры.
чешуйчатые, идут все они по лавкам, да вдоль по скамейкам, да тут гусли упали, да за ручи некуда брали, за белу белу и мали, за златом. Thank you.
Сейчас мы намеренно ухудшим трансляцию, чтобы улучшить ситуацию. Ну нет, видимо, не только. Все, сейчас сюда. Да, у нас есть донат. Ссылка. Мне попросили дословно озвучить донат. Да, пожалуйста. Свободный. Надо на память не смогу. Ой, а тут запутано все. Меня попросили дословно озвучить донат. Я очень постараюсь. Во-первых, спасибо большое за донат. Вот, это целых два даже. Во-первых, нам подарили тортик. Спасибо большое. Ура! А который дословно, это, видимо, второй, да? Спасибо, что в такие времена даете возможность переключиться. Пиу-п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 иу
Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Сразу такая грустная песня. Уставай, косок, я ранёхонька, наряжайся, сон.
террор дворец состоит карета вся черная. Мне бучоненький, ты посажен до молочек, как молоденький. Сохнет, догадалась и заплакала. Выходи, гадей, родный батюшка, не туда даешь, куда верой отдаешь меня ты к лютому змею. Самых старых песен, которую мы почти не меняем каждую репетицию. Негодяй. Негодяй — это негодяй. Как там вообще звуком, кстати? А Киеве ко мне кто? Если кто болеет, то эта песня для вас. Негодяй. Вчера было все хорошо, сегодня, видимо, нас так все любят, что... Интернет не выдерживает.
Вера, спасибо. А кто у нас сейчас на трансляции? Кто-нибудь был у нас вживую на концертах? Если нет, то почему? Может, потому что их нет? Говорят, знаешь, что нет. Что я опять говорю с присадкой? Паш, ты же включишь там крутой звук, да? Кто это был у нас на концерте? Привет, Вова. Нет видео? В общем, те два зрителя, которые сегодня с нами, они были на концертах. А, слушайте, мы вопрос задаем, а там задержка. Ну что? Надо показывать. Да, давайте будем ждать какое-то время, чтобы наши вопросы дошли до зрителей. А внизу еще дольше. Здорово. Следующая драматичная Ладно. Песня. Давайте поиграем. Oh.
Спасибо. На каком концерте? Почему это? Даже не ожидали, что кто-то был на нашем концерте. Владимир, спасибо за донат большой. А негодяй уже был. Кто-то опоздал на трансляцию. Кстати, самое время спросить, если кому интересно, почему у нас давно нет концертов. Года группа расширилась. Вообще, кстати, тоже меня слышно в этот микрофон? Мы можем пока, знаете, поджемить немножечко. Интересно, а Пашу слышно? Вот нашу барабанщика, если кто не знал, зовут Паша. Слышно ли его, когда он говорит? Да. Джемим, пока Маша... Чтобы я вечером поздним и шел на гармошке играл, а встретил свою я дорогую, и все б я ей глазки рассказал. Так что ж ты, моя дорогая, теперь уж, наверное, я не твой. За тем, что ты раньше гордилась,
гордилась своей красотой. Лихой экспромт. Ты уже слышал наработки? Специально для Вовы и надолго оставим запись с негодяем. А потом ударим. Все остальное надо ударить. А что, вот дается всегда песня, да? Крапива. Нет, мохи. Крапива. Как крапива?
бы волк сказал, дитя твоего не видал, а другой волк сказал, дитя твоего колыхал. Это страшная песня. Не знаю, не все понимают конец. Там первый волк сказал, что дитя твоего не видал. Второй волк сказал, что дитя твоего колыхал. А вот то, что мы не допеваем, то, что мы музыкой показываем, что третий волк дитя твоего разорвал. Вот. Так это страшилка. Ну да. Разорвали вы дитя, разорвите и меня. Не поспела Инна сказать, ее стали волки рвать. Такая вот веселая песня из Калужской области. А сейчас премьера старой песни. Нормально. Да. Еще тортик, ура! Спасибо. Кому следующий? Спасибо. Нам, оказывается, задонатил Путин. Нам сейчас трансляцию закроют. Так, сейчас. Секундочку.
Да, это премьера старой песни. Почему? Потому что мы ее совсем переделали. Вот, растем. Правда. Мхи. Говори, головка.
Одна не работает. Какой? Это молодежная тема. Что бы значит вот такое вот движение, вот такое вот? Ну, обычно мускулистые мужчины так показывают. Не, обычно школьник, а потом обычные дети, да. У меня племянник так показывает. О, да. Ну, я слышала, что это для того, чтобы красивый рисунок этих мышц показать, так, типа, все так делают. Ну, это по-любому откуда-то. Ну, да. Из Наруто как-то. Кто нам расскажет? Просветите старперов Кириньеме. Ну, смайлик оставил я. Да? Ах ты! Да вполне. Но.
Спасибо.